Сегодня самый прекрасный день в моей жизни. Сегодня произойдет слияние двух сердец. Нужно обязательно хорошо подготовиться к этому празднику. Нужно сделать то и вот это, а еще вот это и вот то и все и опачки. Здравствуйте! А как раз таки вы мне и нужны. Так, значит, по делам. Вот ты, фиолетовая башка, подойди сюда, я вас по именам не знаю. О, Лер 540, тебя знаю. Ты идешь делать мне свадебный букет. Быстро, побежала. Так, значит, желтенький, вот этот желтенький фанкопоп, картофанка. Во! Ты, короче, иди запряги лошадей, приодень их вот в это все свадебное. Мы на лошадях поедем к алтарю, да? Правда? Вот. Следующий, вот синенький в смокинге. Это девочка или мальчик? Это кто это? Мальчик, это мальчик. Мальчик. Значит, ты будешь печь тортики. Я понимаю, может быть, ты не умеешь, все-таки девочки лучше пекут тортики, но ты будешь печь тортики, да, ага? Да это Никич, он в реальной жизни повар, он кондитер-повар какой-то, он в реальной жизни тортики печет, поэтому он умеет, Катя. Неважно, девочка, мальчик, Никич, иди печи торы. Пей вот это тортики давай. А, ты на чизкейковом факультете учишься? Отлично, это то, что нужно. Так, давай, вали. Так, теперь ты мой главный экспонат, надевай. Это твой праздничный костюм. У меня тоже свой есть, я попозже надену, а то, знаешь, я сейчас буду бегать, вспотеюсь. А я не вспотею, да? Я сейчас буду бегать в этом черном костюме, да? Ты можешь вообще ничего не делать. Я разрешаю. Так, осталось двое. Что нам еще нужно? Идите, короче, к алтарю, поставьте там все, чтобы в белых цветах было. Не знаю, приведите жителей, чтобы еще вот эти зрители у нас были на свадьбе. Идите, займитесь делами. Печенька! И фейерверки. Фейерверки, да, самое главное, фейерверки. Печенька! Ты понимаешь, да? Все, давай, пошла за фейерверками, быстро твоя печенька. А что она понимать-то должна, там, эта печенька твоя? Ты чпунь, кто же, иди помогай печеньке, жителей притащи. Ну, а печенька, понимаешь, она просто моя вот эта, она, как это называется, свидетельница, она моя свидетельница, твоя свидетельница. Что ты тут же свидетельница? Вам тоже костюмы надо сделать? Да не надо им костюмы, успокойся. Всю, Кать, надень, пожалуйста. Сегодня такой хороший день, такой хороший день. Надень, пожалуйста, свой тоже костюм, и сразу белый. Так, слушай, я надеюсь, ты рад, ты очень рад, что мы идем сегодня с тобой к алтарю. Наконец-то поженимся. Обосраться. Я рад как не в себя. Просто вот я очень сильно, Катя, рад. Пошли, может, сразу пойдем жениться сразу к концу. Зачем вот эта вся подготовка лишняя? Ты согласна? Нет, подожди, мне надо подготовиться. Ты вообще не должен меня видеть до вот этого всего. Я не видел, Катя. Да, Катя, ну жених же невесту не должен видеть до свадьбы. Катя, я тогда уйду. Позови меня там через недельку, когда будешь готова. Хорошо, я пошел. Эй, какую недельку? Я не могу столько долго ждать. Все, идем. Катя, ну на самом деле, ну ты же понимаешь, что еще не поздно отказаться. Ну это же просто была тупая шутка. Ну я не понимаю, почему все всерьез ее так восприняли. Ну я просто выбил трезубец, Кать. Ну одумайся, ну у тебя еще вся жизнь впереди. Еще 10 свадьб у тебя будет. Конечно, не дай бог, но вдруг еще будет. Но не в Майнкрафте же, Кать, пожалуйста. Ага, так, Лера, ты мне цветок свадебный принесла, букет мой? А два-то почему? Мне одного достаточно, я шо это самое, я же замуж выхожу в конце концов. Как я тебе, а? Ну, прям шикарно, вся такая беленькая принцесса, вот честно. Прям, отлично, мне так и нравится, что тебе тоже нравится. Так, я пошла проверять тортики вот этого поварёнка. Но может лошадей сначала, ты картошку отправила, лошадей вот это проверять, Кать. Ой, точно, лошади, как я могла забыть. Так, надо проверить. Так, все готово, бронька готова. Отлично, какие они красивые. Так, нужно будет их к алтарю привезти. Или мы на них поедем, отсюда. Мы на них поедем, картошка, держи два поводка. Подготовь нашего вот этого мастера и Маргариту, чтобы мы на них поехали. Все, пошли давай к Никичу, надо проверить Никича, он же тортики это все время делал. Все, картошка, ты помогай. Да, точно. Лера, помогай картошке, веди лошадей, давай. Никич, как торты? Ага, все, иди проверяй Никича, я сейчас приду. Кодовое слово, когда тебе надо будет выезжать, вот это вылетать на лодке, кодовое слово «арабская ночь». Понимаешь, когда я закричу «арабская ночь», тогда ты вылетаешь на лодке. Все, давай опять обратно. Плыви туда обратно. А? Все, Кать, я иду, как там Никит? Сделал вот эти тортики или нет, а? Ну.
Ну ёпрасоте, он яйца с сахаром смешивает, а нужно сахар с яйцами. Ну ёпрасоте, ну что за повар-то такой? Кать, а? Может он лучше знает, он на вот этом, он реально на тортовом факультете учился. Вот смотри, сколько он тебе тортиков сделал, все хорошо. Отлично, ну все, тогда иди расставляй, тоже там гостям надо возле алтаря поставить, давай. Слышишь, Ники, что тебе Катя сказала, иди расставляй эти тортики, я тебе кто? Я вообще жених, я сегодня ничего расставляю, я сегодня вообще ничего делать не должен, иди расставляй. Точно, ты вообще ничего не делаешь, а то костюм испачкаешь там, это, провоняешь в нем, нельзя ничего вот делать именно, тебе. Вот именно, все, давай, пошли, какие нам еще дела надо успеть сделать, а? Жители позвали, жители, приглашение, нужно срочно их позвать. О, дорогие Петр Степанович, Мария Петровна, здравствуйте, здравствуйте, дорогие. А кто их запер, ну ладно, так тоже сойдет, вам так лучше будет даже. Ну ты посмотри, как все вокруг красиво выглядит. А вы где столько белых цветов-то взяли, печенька и чпунька? Ой, а они лучше цветы принесли. Вот ромашка, она фигня какая-то, мне белый тюльпан больше нравится. А? Как тебе? Лучше так, да, смотрится, наверное? Лера же старалась, она тебе ромашку принесла, ты ее даже вот чего час захейтила. Я не хейчу, просто мне тюльпаны нравятся больше. Так, все готово, пора начинать. Слушай, может мы вот это пойдем еще что-то другое поделаем. Я, кстати, Кать, посмотри, я Starbucks до конца еще не достроил. Может, мы достроим Starbucks, а потом уже отметим там. Давай через серии 5 мы с тобой женимся. Я как раз-таки Starbucks успею достроить. Какой ты молодец. Ну нет, сегодня тебе не надо ничего строить. Я тебе говорю, у тебя сегодня выходной. Отдыхай, потом достроим. Все, давай, пойдем. Первый раз в жизни вот это сожалею, то что у меня выходной, я так бы хотела сегодня поработать. Ладно, все на базу, вот это картошка, Лера, все сюда, давайте. Время, как говорится, свадьбы пришло, да, Кать? Да, наконец-то, я так ждала этот день, господи, не могу поверить. Подписчики-то как рады будут. Подписчики вообще там обосрутся, в смысле, очень-очень счастливы будут в комментариях. Главное, надо, чтобы подписчики подписались, все же как бы свадьба, да, Катя? Да, обязательно надо подписаться. Это будет самый лучший подарок нам на свадьбу, ведь все так давно этого ждали. Курочку хочешь покушать напоследок? Мне бы хотелось назначить ответственного за сегодняшний день человека, священника, вот этого регистраторщика, регистрировальщика браков. Это Чпуньк. Он будет сегодня нас с тобой женить. Чпуньк, ваше слово. Чпуньк, да, привет, давай. Подожди. А мы это самое главное забыли перед тем, как сейчас вот это пожениться. А зачем ты картошку запрягала надевать мастера и Маргариту, если мы даже на лошадях сюда не приехали, а? Точно, ну так пошли скорее к лошадям, быстрее, пойдем. Тупая дырявая башка, Катя забыла. Все, стойте здесь, мы сейчас вернемся. Ага. Все, вот смотри, Лерочка и вот это и картошечка уже все подготовили. Мастер, Маргарита, какие красивые. Так, все, я сажусь тогда на Маргаритку. Все, я сажусь на мастера, все. И вот сейчас мы с Катей с тобой пройдемся, как настоящий муж и невеста. Все, станьте все в ряд туда, давайте. Ну что, ты готов пожениться? Ну... Не сказать, что я готов, но походу придется. Ладно, запускайте эту шарманку, начинайте выбрасывать цветы, и мы, Катя, с тобой потопали! Я запомню этот день надолго. Самый счастливый день в жизни. Да, я тоже запомню этот день на очень так долго, но он не самый счастливый в моей жизни, честное слово. Но да, пошли-ка. Самый счастливый день моей жизни, это тогда, Катя, когда мы с тобой познакомились. Вот это самый счастливый день моей жизни. Все, давай я оставляю мастера и Маргариту вот здесь, да? Так, все, давай, я ее цепляю вот сюда на поводочек. Господи, ты такие слова мне говоришь, это просто чудесно. Чпуньк, не заставляй нас ждать, давай быстро вот это... Начинай свадьбу, начинай вот это вещание. Все, Катя, давай, становись возле меня, ага. Все, давай, Чпуньк, за что я тебе, блин, заплатила бабки, давай уже быстрее. Уважаемые Екатерина и Эдуард, сегодня мы собрались здесь... Подожди. Чпуньк, ты еще разговаривать умеешь? Я думал, они только в чате писать могут. Ладно, Чпуньк, давай продолжай. Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить брак. Ваш брак. Мы здесь все собрались, чтобы поблагодарить вас за все, что вы нам сделали. За то, что вы просто существуете. И почтить ваш брак. Ваши судьбы, ваши встречи, ваши все дни, проведенные вами, закрепили и удлинили ваш брак. И сегодня прошу вас ответить, согласны ли вы стать мужем и женой, Эдуард? Я,
Екатерина, согласна ли ты взять меня в мужья? Эдуард, согласны ли вы взять меня в жены Екатерину, меня? Ну, я как бы муж, поэтому ответьте, пожалуйста, Екатерина, сначала вы. Вы согласны взять меня в жены? Вы в мужья своей жены, вы согласны? Первый должен говорить мужчина, я уступаю. Можете немножечко отойти? Мне нужно последнюю минуту побыть, так сказать, вот с своим женихом перед тем, как мы вступим в законные узы брака. Сейчас 5 сек буквально, ребят. Вот подождите, пожалуйста. А что ты хоть... Ну отойдите тогда, ну молодая женщина просит, чтобы мы наедине побыли. Отойдите. Последняя минута нашей свободной жизни, так сказать, холостяцкая. Это пойдем, иди сюда, вот сюда быстро, в воду спрыгивай, быстро, блин. Ты что делаешь? Ты сейчас утонешь, подойди вот сюда хотя бы на кувшинке. Ты что делаешь? Я не хочу жениться и замуж тоже не хочу выходить. Это уже слишком далеко зашло, ну пошутили. И хватит, блин, что делать-то, а? Я не могу. В смысле ты не хочешь замуж выходить? Так вся эта свадьба, это ты ее придумала! Ты хотела, чтобы мы женились! Подписчики тебя вот это уже достали! Это ты! Ты же наркоманов Петровича и подговорила! В смысле ты не хочешь? Ты думаешь, это все я хотела? Так они меня под дулом своих, блин, оружий держали! Они меня пытали! Они мне сказали, если ты не выйдешь вот замуж за него, то все, они меня просто в страхе держат уже все эти дни! Я просто не могла! Ну я думала, ну это не зайдет так сильно далеко! Что делать-то? Ну я не хочу вот это! Подожди, так ты не хочешь замуж выходить? Ты не хочешь вообще этой свадьбы? Нет, это же подписчики меня заставили. А чё, ну сам с самого начала вот это все произошло, то что я этот трезубец сраный выбил, ты этот трезубец нафиг обратно в море выкину, пускай он там плавает. Так вот именно, и тем более как бы я тоже, получается, должна была выбить трезубец, чтобы все честно было. То, что ты его выловил, это еще ни о чем не говорит. Ну вот я об этом же говорю. Так, Катя, я тебе честно скажу, я планировал побег со свадьбы. Вот у меня сейчас подготовлен троллинг. Если ты хочешь, ты можешь тогда со мной свалить. А подожди. Так это, троллинг, куда бежать? Давай, говори скорее, я за тобой, давай. Давай тогда пошли сюда за мной обратно. А, то есть наркоманы Петровича нас просто так не отпустят, да, получается? Я не знаю, получается, что так, поэтому давай надо как-то скооперироваться, план построить, давай. Все, возвращайтесь все сюда обратно, чпуйк, мы попросим тебя заново про вот это, произнести всю эту твою речь, вот которую ты только что произносил, вот, и мы потом согласимся выйти замуж и жены и всё, вот это. Все, да, уже точно прям 100% мы все. Только перед твоей речью финальной я хочу сказать что-то очень главное. Катя. Да. Арабская ночь. Чё? Арабская ночь! Чё происходит? Подожди. Я хочу сказать напоследок Кате то, что я очень её сильно... Арабская ночь! Кто-нибудь объяснит мне, что происходит? Арабская ночь! Волшебный восторг, арабская ночь, арабская ночь. Катя, туда. Арабская ночь. Нилам, туда, shift нажимай. Волшебный восторг. Нажимай, вот так. Вот арабская ночь, волшебный восторг, арабская ночь, на снег, волшебный восторг. Прекратите, пожалуйста, нафиг отсюда! Давай! Арабская ночь! Давай, не отставай, Катя! Чё, блин, происходит? Так, вот наш план побега, давай за мной, быстро, вот сюда запрыгивай, на дерево запрыгивай. Давай, карась, отвлекай их там, отвлекай, дальше по арабская ночь. Так. Арабская ночь! На дерево запрыгивай сюда ко мне в лодку, Кать. Я пытаюсь, сейчас, какая лодка, блин. Сейчас, ты где? Вот сюда, возле тебя нажми ты на лодку эту, Кать. Я пытаюсь! Я сверху тебя! Я сзади тебя! Кать! Ну я возле тебя стою, ну ты посмотри направо! Ты курица слепошарая! Так, все, сваливаем отсюда! Карась, отвлекай их там! Арабская ночь! Волшебный восторг! Кто-нибудь объяснит мне, что происходит?
давайте! Это все часть троллинга! Выходи из лодки! Давай выпрыгивай из лодки! Давай выпрыгивай! А, все, заходи в ад, Кать! Смотрите на меня, арабская ночь! Давай, пошли за мной, давай. Так, это все, Катя, часть троллинга. Ты вот, посмотри, пожалуйста, что построили наркоманы Петровичи для меня. Так, подожди, мне нужно привести свою голову в порядок. Я сейчас просто вообще ничего не понимаю, что это такое. Ты можешь мне объяснить, что сейчас произошло? Ну, это все небольшая такая часть троллинга. Ну, я же подготовил троллинг, чтобы смыться с этой свадьбы. Я сам не хотел эту свадьбу, но, как потом оказалось, ты тоже ее не хочешь. Поэтому Катя впервые сама поучаствовала в моем троллинге, потому что хочет. Кать, наркоманы Петровичи построили для меня дом, чтобы я смылся с нашей свадьбы. И потом я планировал здесь ближайшие полгода провести в этом адском доме, чтобы ты меня вообще не видела, получается. То есть, если бы у нас реально была бы свадьба, то ты бы сбежал с нее и оставил меня там одну? Ты чё, офигел совсем? Ну, получается так. А чё ты сейчас умничаешь? Какая разница? Ну ты же со мной сбежала! Я такая, меня подписчики там держали, блин, в страхе всю неделю, а они тебе дом построили, чтобы ты сбежал. Объяснение требует! Стой, ты меня сейчас убьешь, Катя! У меня полтора сердечка осталось, ты с ума сошла! Тихо! Так жизнь давай! Мне с тобой еще разговаривать на серьезные Катя, темы! У нас же есть две команды наркоманов Петровичей. Карась перешел на мою сторону, он был твоим шпионом. Печенька была на моей стороне. Никич вот этот с синими волосами, он тоже был на моей стороне. А вот Лера, картошка, предательница, Мия, Костя, вот все остальные, они были в твоей команде. Я вообще уже ничего не понимаю, я запуталась. Арабская ночь, это летающая, вот это, летающая лодка, с помощью которой Карась должен был тебя отвлечь всех остальных, чтобы я смылся через вот этот тоннель, который я построил, который ты не нашла. Офигеть, нет, это, конечно, хорошо, что мы с тобой смылись и все такое. Ну а если бы ты меня кинул, ой, бы тебе не поздоровилось, ну, иди, реальной до жизни. Сюда давай, наверх, уже собирайся, давай вот сюда, все. Ты как сюда попасть-то в этот дом? Будем ждать, когда наркоманы Петровичи уйдут, и мы с тобой вернемся. Ну, через полгодика, наверное, где-то вернемся, да, домой, да? Ну, я не знаю, может, тогда теперь вообще домой не стоит возвращаться никогда. Кто бы вообще мог подумать, что обычная шутка с трезубцем зайдет так далеко, что подписчики просто все комментарии мне заспамили. Свадьба. Стримы, когда начинаю, ну, ты знаешь, они приходят на стримы и каждый раз там кричат в чате на протяжении всего стрима. Свадьба. Заходи давай сюда внутрь! Слушай, ты не представляешь, у меня то же самое творится в моих соцсетях, но я уже просто не могу там находиться, это кошмар какой-то. Все, Кать, мы ушли ото всех, адский дом, находимся здесь внутри, отдыхаем по полной программе, вернемся тогда, когда уже все забудут про эту свадьбу. Все, Кать, до свидания! Все, реально, я уже устала, я посплю, короче, ты меня извини, тут кровать одна, поэтому давай. Ага, хэтапэт! Так мы же в аду находимся, в аду спать нельзя, эта кровать просто для украшения там стоит. В следующий раз напиши табличку над кроватью. Следующего раза не будет, и следующей свадьбы тоже не будет. Я очень сильно, по крайней мере, на это надеюсь.